Так, проверки субъектов города Астана, ТО «Идеал-2008», ТО «Алма розничной системы», ИП Журкабаева, ИП Абдралиева, ТО «Меломан», Home Video в городе Караганде, бутиков торгового дома «Гродстор», «Планета игрушек», ИП Онаева, в Акмолинской области ИП Арстанбаев, выявлена реализация игрушек китайского производства за забуренным заусенцами, имеются разрывы материалов швов, недопустимые уровни запаха.